огонь олимпийского факела расскажет обо всех уголках нашей страны, даже самых удаленных. Он вдохновит мир на расширение горизонтов и постижение непознанного. На один день каждый из населенных пунктов, где пройдет эстафета, станет столицей эстафеты олимпийского огня. И это уникальный шанс для городов и поселков заявить о себе на весь мир. Как хорошо, что мы на «ты» с каждым нашим небом. И знаешь, правда ведь, что если очень захотеть, начнут сбываться все мечты твои непременно. На твоей персональной, твоей личной высоте. Если по-честному так взять вместе и поверить, то чудеса к нам на ладони упадут как снег. А нужно только подобрать крылья по размеру, и ты уж будь уверен, что летать идет на всех. И крылья хватит поровну нам как раз. Огонь наш освещает весь мир, а небо у любого ведь есть иза. Я завоюю для тебя медаль, только зажги огонь, мне его увидеть дай. И пусть это для всех станет знаком, и мы понесем наш олимпийский факел. Весь мир смотрит на нас, представь это, и тебе выпал шанс принять эстафету. Давай возьмем и крылья раскрасим белым, синим и красным. Ну а когда мы гордо флаги поднимем, все увидят, кто вам поднимет. Эстафета в истории игр. 65 тысяч километров, 2900 городов и сел, 14 тысяч факелоносцев, 30 тысяч волонтеров. Эта эстафета будет длиться 123 дня и станет самой продолжительной в истории Олимпийских игр, друзья! Встречи олимпийского огня на сцену приглашается глава города Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев. Добрый день, Владивосток! Давайте поприветствуем эстафету олимпийского огня. Ура! Мы с вами являемся участниками уникального мероприятия. По всей стране, вся страна, весь мир отслеживает, как олимпийский огонь
приближается к Владивостоку и как он шагает по стране. В Владивостоке мы уже второй день встречаем олимпийский огонь. Буквально сейчас, через несколько минут, он прибудет сюда. И мы запомним это событие на всю жизнь. Владивосток уникальный город, и в нем два дня олимпийский огонь. И он заканчивает свое путешествие по воздуху и по железной дороге, начнет двигаться по стране. Во Владивостоке, с Владивостока начинается день, во Владивостоке начинается наша великая страна. В Владивостоке совершаются большие события и рождаются чемпионы. Владивосток – лучший город, и он приветствует эстафету олимпийского огня. Ура! Ура!